мультики. Пошел желтенький кормить птенцов. 4 птенца у желтой пары. Всех кормят, здоровенькие уже стали. Здесь у меня 8 птенцов от красноголовой пары. Сейчас вылезут, посмотрим. Они сейчас яйцо, обычная морковка, там пророст обычный корм, который кормлю им же, это замочил его и все, и они его едят, ничего там не заморачиваешься. Желтенький пошел кормить, распищали. Кормят хорошо, все вот стайкой живут, все нормально, мест много, летают по простору. Вот это многодетный папаша тут сидит, это самка от другой у меня пары. Тростнички летают. Тоже. Ну, тростники у меня только недавно появились. Я их не размножал, не знаю, как пойдет. Гульды хорошо размножаются. Без проблем. Вольерчик такой им сколотил. Места достаточно. Сейчас посмотрим, птенцов вылетит. Самцы пока разные сидят, разных возрастов. Пока отдыхают. Там еще не долинял. Вот еще молоденький. Ну вот два тут взрослых. Можно будет тут подобрать парочку. Этот папаша многодетный, вообще молодец. Просто 6 птенцов предыдущего. Сейчас 8 птенцов. Старается, молодец. Это вот еще с предыдущего выводка. Молодежь. Вот это тоже буду делать пару. Птицу крепко летает, прям простор. Сейчас открою, смотрим внутри. Не шугать их. Вот так они у меня тут внутри. Ну, тот же корм, который кормлю, только замоченный. Он там чуть-чуть корешки дал. Это камни, там когти. Они точат клювики. И тут добавочка. Всякий песочек там. Ракушка.
часы. Конечно, надо бы поменяться с кем-нибудь, а то у меня все только от двух пар. Хотелось бы кровь разбавить. Вот кому надо, можем поменяться. Тут разных возрастов у меня. Там самка еще не вылетела, посмотри, сейчас вылетит, посмотрим птенчиков, там уже выросли, давно не лазил. Тут распевается. Так, что там вылетело? А, самец пошел кормить. И самочка подлетела. Оп, самка пошла там не вылетает. Вторая самка, посмотрите, птенцов. Пошли кушать.
Вот, вылетела самочка. Пойдемте птенцов посмотрим. Так, вот это... Сейчас посмотрим многодетных. Потихонечку что-то не упало. Вот, 8 птенцов. Полненькие 8 штук. Ладно, не буду я тут долго. Что видно мне тут? Так, желтеньких посмотрим. Желтые большие уже. Раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, уже на днях они должны вылететь. О, какие здоровые. Здоровяки. Так, ладно, не будем их пугать. Потом посмотрим еще.